А 15 миллиграмм тебе надо на ИЧ, собственно. Ну, у меня такое дома, он мне присылает. Недорого, Клава. Он последнюю мне прислал за $120, маленькую бутылочку. Это какие-то он мне присылал по $20. Да, я знаю, что идет по 20. Да. А последнюю бутылку Толик ему отослал $120. Но я даже боюсь к ней дотронуться, потому что она такая дорогая. Вот такая я идиотка. Ну там капсула же, наверное, такие. Нет, то бутылочка и там капельки. И ты капаешь себе, набираешь на пипетке, написано 5 миллиграмм, 10, да. 15. Да, я думаю, что здесь оно не дешевле было. Я думаю, что оно тоже over 100 долларов. Но я возьму, потому что... Ну а то, что дома, помогает тебе? Ну помогает, но меня делает хай. На меня из-за того, что у меня очень организм такой хай, слабый. Ну хай, так это же не спать, а веселее просто. Ну веселее и все похую, вот такое вот. Он мне посылает то, что он сам пьет. Вот такое он мне посылает. Но мне такое не подходит. Это надо, да, мне надо именно вот это мут, да. Мут, слип и вот это. Алло. Так, Гриш, слушай, скажи мне, когда ты будешь определенно дома, чтобы мы могли поговорить? Или когда ты будешь свободный, говорят? Ну, и во сколько позвонить тебе, скажи? Или во сколько ты мне позвонишь? Я звоню. 8 по твоему? Ну, позвони 8 по твоему. Желательно, конечно, немножко раньше, но все-таки у нас 2 часа разница, но можешь позвонить. Окей, давай. Только не позже, да, Гриш? Да, окей. Да, только позвони обязательно, потому что я хочу, чтобы мы как-то определились. Окей, в 9 заканчиваешь? Девять, значит, в 7 часов по моему времени. Сори. А, это в 9 по твоему ты закончил? А, ты снова, это уже, да, это уже поздновато. Да. Так, давай, окей, так давай говорим с тобой так. Если ты видишь, ты заканчиваешь поздно, и ты не можешь позвонить, позвони мне, скажи, слушай, я позвоню тебе завтра в такое-то время, или сегодня больше звонить не могу. Whatever, чтобы я просто отлышал, чтобы я знал, что происходит. Like, just to keep in touch. Окей? Okay? Давай, бай. Бай.